Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза, и сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Sugar the Evil Rabbit. Сегодня я хочу пройти с училочкой концовочку на вертолете и на легком режиме, чтобы мы наверняка прошли концовочку. Ну и давайте начинать. В принципе, я уже все знаю, все понял, ну как всегда. Мы уже проходили с кроликами, а сегодня мы пройдем с училкой. Не знаю, что из этого получится, но давайте смотреть. Не забывайте также поддерживать лайкосиком и подписываться на канал. Так, мы начинаем. Уже слышу бензопилу. О! Она бегает быстро, поэтому прятаться тоже надо быстро. Она говорит, ты плохой, плохой. Но, в принципе, мы это знаем. Так, окей, проверяем. Тут, походу, пусто, да? Твое домашнее задание. Опа-ча, заныкались. Также нам надо бы насобирать плакатики. Это мы тоже не забываем. Подождем, пока она уйдет, пожалуй, потому что мне проблемы не нужны. Так, она уходит. Это прекрасно. Здесь у нас будет красный ключ. Нет, а где тогда? Ё-моё. А, нет, здесь. Фух ты ж, я уже подумал, что что-то пошло, ребят, не так. Я уже думал, что явно все пошло наперекосяк. Так, здесь пусто. Следим. Ну, она была на втором этаже, в принципе, это понятно. Так, окей. Что-то она ходит, мечется. И уходит. Молодец. Мы тоже сейчас погнали. Так, тут пусто вот здесь. Берем и погнали к мальчику. Так, один уже у нас есть в автобусе. Сейчас проверим, да, вот он там стоит. Да, блин. Ух ты, успел. Ничего себе. Прикол, прикол. Здесь у нас будет желтый ключ. Ух ты. Так, ты плохой ребенок, даже сказал, да ты чё? Так, ну здесь пусто, нам надо бы наверх. Но проблема в том, что она наверху. Ну ничего, мы подождем ее здесь. Она потом на задний дворик уйдет. А мы тогда поднимемся на второй этаж. Так. Ты плохой ребенок. Да что ты вообще знаешь обо мне? Плохой я. Так, окей. Прямо внизу, подо мной. Так, мы прячемся. Так, она прибежала. Уходит, окей. Мы открываем, это берем. Она не здесь. Это хорошо. Но мы ныкаемся. Так. Прибежала. Окей.
уходит. Здесь у нас будет синий ключик, да? Но мы очень мало плакатиков нашли, ребят. Это тоже плохо. Ух ты! Она прям там была. Окей, посмотрим, есть ли плакатик здесь. А его и здесь нету. А здесь? Просто могу по привычке не собирать. Но если это будет так, то это очень плохо, потому что я только один плакат собрал. В принципе. Так, она уже бежит там на всех парах. Надо еще плакатики искать. Так, окей. Поворачиваем, закрываемся. Так, окей. Убежала. Так. Это мы все ломаем, но нам еще надо. А, вот. Еще один плакатик мне остался. И еще нам надо бы на задний двор. Ай, все, капец. Да. Ну ничего, ничего. Ух, я прям в ней. Жесть, вы видели это? Прямо в нее залез. Это было, конечно, жестко. Так, ну все же. Мы зато пойдем вот сюда. Откроем эту дверь. Здесь у нас будет и плакат, который мы заберем первым. Потому что нам плакат важнее, чем ребенок. Ладно, шучу. Вообще, по идее, дети нам не нужны. Только для ключа. Мы их спасать все равно не будем, потому что мне надобно только плакаты. Я сам улечу на вертолете, поэтому счастливо оставаться. Как бы... Ой, ё-моё. О, все. Сбежал я все-таки, но... Берем первую батарейку. Она спускается. Возьмем вторую. Потом еще возьмем батарейку. Мины я вообще брать не буду, потому что разрабы не поправили еще баг, который очень-очень-очень влияет на игру. Но он не мешает прохождению. Так, уходи. Мы тем временем берем трубку. И поднимаемся сюда. Звоним в трубку. Ох, как я предугадал, слушайте. Вообще супер. И улетаем. Вот такая вот у нас, походу, будет превьюшка. Давайте еще ее на меня загрим. Да нет, не агрится вообще. Вот так вот загрится. Улетай! О, улетели, вы видели просто это. Она на меня загрелась, и я улетел. Вот такой вот у нас счастливый конец. Мы сегодня прошли через вертолет с училкой и на легком режиме. Что ж, ребятушки, на этом я заканчиваю ролик. С вами был я, Дмитроза. Всем удачи, счастья, добра. Всем пока-пока.